В очередной серии отец Кирилла устраивает прием, на котором планирует объявить о помолвке Кирилла и Светланы, но Кирилл уходит в отказ. Юра знакомится со Светланой, между ними возникает некая симпатия. На утро все СМИ объявляют о помолвке Кирилла и Светланы. Удастся ли Кириллу при этом отстоять свою свободу у отца? Какие тайны знает отец Кирилла? Дом, в котором остановилась Люба, сгорел. Люба считает, что она проклята. И по ее вине Люся с сыном Степкой и вовсе оказались на улице.